Привет, зритель данного видео. Ты смотришь простой в приготовлении рецепт спагетти наполитан, как его готовили в аниме «Чайная рок-ухода». Приятного просмотра! Для приготовления наполитан понадобится крупная головка репчатого лука, которую нужно нарезать соломкой. Далее в приготовлении наполитан необходимо нарезать соломкой 100 грамм зеленого болгарского перца. Затем нарезать пластинами 100 грамм шампиньонов. 2 зубчика чеснока необходимо раздавить плоской стороной ножа и измельчить. Главным атрибутом блюда являются сосиски. Их нужно взять около 400 грамм. По количеству выходит 8 штук. Нарезать сосиски продолговатыми кружочками. В кипящую подсоленную воду закинуть 200 грамм спагетти и варить до готовности на среднем огне. В сковороду налить 80 мл оливкового масла и разогреть. Репчатый лук пассеровать около 2 минут. Затем в крупу добавить все остальные овощи и готовить их 10 минут. Готовые спагетти слить дуршлаг и ополоснуть в холодной воде. Оставить в дуршлаге, чтобы стекла вода. К овощам добавить нарезанные сосиски. Полить 2 столовыми ложками соевого соуса. Перемешать и готовить пару минут. Через пару минут добавить в сковороду 250 грамм кетчупа. Когда со спагетти стекла вода, можно их добавить в сковороду и перемешать. Наполитан готов. Можно подавать. Наполитан считается блюдом японской кухни. В студенческие годы я его готовил часто, но без добавления грибов и болгарского перца. Тогда я не знал, что это блюдо популярно в Японии. Но когда я посмотрел аниме «Чайная рок-ухода», то встретил его там и решил поделиться с тобой. Благодарю за просмотр данного видео рецепта. Поставь лайк, подпишись и поделись с друзьями. Всего доброго!